не рисовать на натуральном камне, не рисовать на кирпиче. Никакой вдумчивости, никакого сохранения в памяти. Захватить стенки, захватить район, их имена запомнят в веках. Не рисовать на культовых сооружениях. Я все-таки не буду идти на конфликт. Некоторые стены должны оставаться чистыми. Потому что все эти кубики, латки на зданиях, они еще больше провоцируют, потому что хочется дополнить и доработать. Ну, ничего страшного. Лена, прозвище Лисица. Вот свою настоящую фамилию, ну, в самом начале творческого пути она как-то использовалась, сейчас уже как бы я про нее даже забываю, даже в официальных учреждениях. Вот, я рисую на улице. Сейчас уже, к сожалению, перехожу к такому формату, что я рисую не только на улице. Я начинаю делать какие-то студийные работы, рисовать для себя. Вот. Начинала я с того, что дико мне хотелось просто выйти на улицу и сказать свое слово. Да даже, может быть, ничего не говорить. Я шла по улице, замечала какие-то особенности, моменты, хотелось их подчеркнуть и чем-то дополнить. Вот, конечно, это был долгий процесс, там и всякие предубеждения общества играли свою роль, что как бы девочка, рисование на улице, да это же денег не приносит, это тяжело, и так далее, и тому подобное. Ну, собиралась я долго. Поэтому основную нижегородскую волну стрит-арта, моих ровесников, мальчишек, которые занимались рисованием на улице, я пропустила. Я пришла позже, когда все уже начали становиться серьезными художниками. Пришла я такая, хе-хей, я не успела. Свидетель последнего времени. Собственно, там, 2015-2016, я и то. Все, как бы там еще какие-то единичные работы. Ну, как-то не очень серьезно было. Это был такой момент одиночества. Сейчас появляются новые художники, появляются люди, которые там делают свои выклики, надписи. Сейчас я делаю, конечно, гораздо меньше. Там, когда-то это было обязательно, хотя бы одна маленькая работа в неделю должна быть. Сейчас я даю себе больше отдыха, даю время на какие-то там, возможно, дизайнерские заказы, возможно, свои рисунки. Вот, и не переполняют пространство города. Есть еще один такой момент, чем мне нравится уличное искусство. Ты исчезаешь как художник, когда исчезаешь с улица. То есть многие там могут сохраниться в веках. Их запомнят. Вообще, когда люди идут учиться там не на иллюстратора, а на академического художника, они мечтают о какой-то славе, что они станут там, их будут экспонировать в музеях, их имена запомнят в веках, там на их работах будут учить детей, вот они прославятся. Вот. Ну, в общем, концепция обо мне услышат, обо мне заговорят. Мне в улице нравится то, что как бы вот пока я активно действую, я существую. Как только я ухожу с улицы, меня моментально забывают. Как только там моя последняя работа исчезает, они исчезают. Мне тоже вот нравится этот момент, что они живут своей жизнью. Их уносят, их закрашивают, здания сносят, там, или здание разрушается естественным путем. Работа исчезает, она проживает свою жизнь. Как ребенку я дала все, что могла, вот, там, в душу свою вложила, а дальше... Вот тебе аттестат зрелости, давай из гнезда вперед. И как бы с ней уже происходит своя история. Она исчезает, исчезает и память обо мне.